По хантам. Запускаю пока что. Нет, грипп не сгонь, выносим. Дебаф прохиливаем. Вроде все понятно. Еще раз акцентирую внимание. Лалейлайн, ты первого банишь. Вспышка слева второго. Третьего мы играем. Нет тут порталов. Тут выходит просто три инфернала. И одна баба. Бэлл с пула дадим, как только бой начнется. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. На пулы. Хорошо. Маги, с вас атаки. Если шо, вам шипы помогут. Вот этот кик надо делать. Из Рафеля. Ты понял? Сейчас кик. Вот и все. Стаки. Помогайте. Помогайте им диспельте. Маги не справляются. Арс побежал. Арс. Охрана Реги прохилит. Скоро инферналы. Локи. ШП стаки. Ой, господи, маги стаки. Угу. Отлично. Инфернал первый пошел. Почему не в бане? Второй в бане. Третьего играю. Вот он череп. РДД играет. Разбантить новый череп. Чей это? Разбан череп. Дал стан. Играйте в него. Можно разбанить его? Что, в чем прикол? И последний. Сыграйте в него. Стаки. Скоро инфернал. Выведи босс. Там кто-то разлил. Ка, дайте бомжей. Череп играть? РДД. Разбаньте звезду.
Ебать, у тебя дом, блядь. Спамит? Да заебал. Печеньку доиграть? Что хуйня происходит? Ну потому что люди, во-первых, разлили огонь в мели, и никто этого не увидел. Ни один милишник не почесался. Доиграйте печеньку. Заберите эту шлюху шестирукую. Забираю. Мне надо было големов дотанчить. А совушок, крестни его это. Войник. Void Light. Пусть подамажит. Баны продолжаем. Первый, второй. Где бан? В инферналов сыграть РДД? Этого надо одного разбанить. Дал ему стан. Следующий в череп. Стаки, стаки, стаки. Последний инфернал разбаньте. Стан есть по нему? Хорошо. Играть в босса. Отправляйся в пустоту! Массакру дал. Охрана реки, дай я гимна ману. Там хилы без маны. Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! А ты можешь убрать галочку, чтобы он не писал? Да, 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 могу. Нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Так, все стали под щит Орды. Кто там дохлый? Вставайте, заходите. Чё, рофлите? Надеюсь, сетап нам нормально попадётся. Посмотрим. Хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион,
Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Да. Так. Нам бы третьего танка. У кого есть танк спек? Ну или ДК просто побегает. ДК, нагибатор. Тебе надо будет просто погрипать и оковы покидать на квадрат. Справишься? Ну, я думаю, для тебя это самая безболезненная цель. Или лучше рогу. Да без разницы. Ну, поэтому лучше квадрат. Израфель, ты поддержишь печеньку? Будешь ее просто притягивать и давать оковы ей. Понял? Я подержу крест. Поры иду. Сова, тебе надо будет покорневать Шабада, он без метки. Макву, твоя, твой ромбик. Чумная, твоя звезда. Присты, охрана Реги, отдаешь свой эфир массовый первый, когда они все сбегают. Потом заловка отдаст, потом залепила. Как только вот они заканчивают в эфире бегать, отдаете. И потом по КД то же самое. Залепила, твоя задача по КД все диспелить максимально. То есть щиты на рейде, да, но основная твоя задача диспел. Дальше, следующее. Никаких АУЕ спелов, никаких раскидок и так далее. Играем точечно в череп, его притягиваем. И чтобы не сбивать контроль от других людей, старайтесь играть точечно в череп. Дизармы ему будут отдавать вары. Рога, посидишь, пожалуйста, на Вилане. Позбиваешь ему косты и большие хилки. Понял? Порядок убийства. Первый череп, второй звезда, третий ромбик. Шаманы. Запомните, шаман Малгадра. Балгалдра. Запомни, пожалуйста, ромбик в таргет. Если ты видишь, что он выходит из контроля и кого-то там кастует, кикай ему каст. Там подхиливай и периодически кикай касты. То же самое делает Блуд Лорк. Ты берешь звезду в таргет. Если она не в контроле, ты кикаешь касты. Понял? Шаманчик второй. Балгалдра. Маргалдра. Шаман. В Дисе. Он, скорее всего, у тебя в муте, потому что он пишет ок. Окей. А, он в белый чат пишет. Я просто этого не увидел. Пишите в рейд-чат, я смотрю только в него. Сейчас чекин, а то супервар, походу, вышел. На каждом боссе приходится кого-то добирать, да? Ну, это идешь с пугами, знаешь, на что рассчитывать. Хорошо, давайте доберем. Когда повесил, снимался. Может, он зайдет, хуй. Он только ж вышел вроде, не? Можно. Но у него разрыв, может быть, заходит.
Давайте хотя бы 2-3 минуты подождем. Вон хотя бы дамажит, а сейчас какого-то добери, бля, нихуя дамажить не будет. Давай, до минуты до 17.00 как раз. Давайте поставлю вам этот таймер. Вы можете отойти, покурить, еще чаек сделать. Поссать прошлым чайком. Ну, короче, свои дела. Так, РЧ. Порядок убийств. Помним? Это черек, череп, ромбик, звезда. Дальше уже не важно. Я там, если что, поставлю вам меточки. Обязательно притяжка. У нас есть нагибатор. Притянешь череп в рейд. Вот здесь где-то стоишь. Вот здесь. Так, и подожди, сюда притянешь. Я на этом, на квадрате. М? А, точно! Значит так, значит ты сделаешь как? Ты притянешь череп и побежишь замедлять Шакула. Я постараюсь его для тебя там оставить. Если он куда-то убежит, тогда будешь его контролить. Понял? Давай, мне куда его притянешь? М? Да, где-то сюда, где вот весь рейд стоит, сюда череп и грибаешь. По контролям у нас два мага должны быть за, ну, за контролем. Маги, вас будут в таргет выбирать, бегать за вами и убивать вас. Ваша задача отдавать копии, глыбы, замедлялки, бегать и делать все, чтобы вас не убили. Дальше, у нас есть 4 лока. Вспышка, Кент, Арс и Лалилен. Лалилен, с тебя трусы? Поконтролишь, фулл контроль, знаешь же, правильно? Три бана, три фера. Просто пока Д вот такое контролишь. Дальше, у нас есть контроль, вспышка, поферяешь Шабада, это Энх. ВЛЗ, ты же дашь ПП эту контроль Хантовскому? Плюс, отлично. Арс, ты контролишь Локовского пэта баном, тоже бан эфиры, понял? Прекрасно. Вроде максимально все, что мы можем контролить, я назначил. Ваша задача играть точечно и следить за контролем. Будет контроль, будет точечная игра, мы убьем этого босса. Еще очень важно. У нас есть два ШП. Старайтесь диспелить цель, которую вы бьете. Потому что если на ней будет висеть по 10 хилок, вы никогда не убьете. Никаких АУЕ спылов. Палы не лейте, никаких луж, бури крутите, только если рядом других мобов нет. Вроде понятно. Дэр, блядь, ДС, вон вар, просит. Супер вар ДС. Вот ДС. Давай, скажи, когда грибать. Ага. Ага, это было гениально, ниндзя пул. Сорян, мышка залипла. Печально. Так, делай, вот так. Давай, я квадрат забрал. Забери руку. Диспельте. Диспельте. Кик. Серьезный кик каст. Ну вот смотрите, сейчас. Ладно, просто ложитесь. Просто ложитесь и все.
Это цирк какой-то начинается. Да не диспелит никто просто. Да, я вижу. Такое два шипа мертвых и два этих шамана тоже. Некому диспелить. Так вот, толпу прибежал, ему я даже шип ему дать не могу. Да понятное дело, ниндзя пул. Просто сдохните и все. Ты как, конечно, молодец. Блин, ребят, правда, залип по мысли. Я же спросил как раз, когда грипнул. И грипнул. Молодец. И грипнул, блядь. Привет. Привет. Че делаешь? У нас рейд. Я вижу. Вставайте, заходите. Охрана Риги, я тебе мод дал. Ты там флудишь сильно. Фанишь, блядь. Да. А он ливнул. Молодец. Запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Так а куда ты опять пошел? У нас ИК с чемпов. Понял. Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. То он и не дамажил нихуя этот бич. Да не, это понятно. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Странно, там упало утешение, но он хотел ролить на хила. Ну что, он дурачок? Ну, судя по всему, да. Он обиделся, что его замутили с фонами с его бесконечными. Наверное, из-за этого. У нас фантовый. А, все, сошел. У нас все, кто ролил не на свои спеки, они уже написали в дисканале. Все. Хочешь, могу зайти? Что, у нас есть один слот. Можешь зайти. Я поэтому и говорю. Ты на маге? Нет, но могу зайти. У всех попал, или только у меня? У тебя. Ну, напишешь плюс один на вайрит. Захожу. Так, ты подстрахуешь, если что. Люба есть? Да, сейчас поставлю. Кого подстрахую? Сейчас, подожди. Садитесь кушать. Я пока метки ставлю. О, но состав тот же сам. Все, вообще изи. Так. Ты, если что, поконтролишь, поможешь магу поконтролить ромбик. Понял? Узи. Угу. Так, еще раз по танкам. Израфель, ты забираешь. Кого ты забирал? Напиши в рычат. Ты Рогу забирал. Окей. Нагибатор, ты забирал печеньку. Значит, мой Тири квадрат. Все. Рога также на костах Виланы. Сейчас попробуем чуть по-другому. Сейчас
череп грипнет из Рафель, подойдет, а нагибатор ты будешь стоять вот тут в рейде. И грипнешь еще ближе сюда череп. Понял? Чтобы максимально остались мобы там. Потом на мне печенька, да? Да. На тебе печенька потом. Угу. Ты можешь грипнуть и сразу бежать давать ей оковы. Блудлорк, угу. Если что, твоя звезда. Так же, как в прошлом раз. Ромбик, если что, то же самое, Амалгадра. Арче. Хэпалы там встаньте, если что, не уроните танк. Можно по... А, есть все. Бафы вроде все есть. И рыба у всех есть, кроме слэша. Слэш не поел. А-та-та. Ну все готовы. Так, ДК, давай рипа, второй раз я рипа. Израфель. Подожди, стой. Подойди теперь к нему, нагибат, чтобы ты достал, из его места достал грипом череп. Еще чуть ближе. Еще. Вот так где-то. Все, готовы. Поехали. Не грипнул. Опять промахнулся грипом, походу. Я его дернул. Ну, играйте по своим целям. Играйте по своим целям. Малгатру резь, не совушку. Контроль, держите, главное. А там КД. Звезда кастует. Звезду контрольте. Сало ей, кики, я не знаю. Хекс, на ней ничего не висит. Можно там хексануть. Чё, в глыбу не мог встать? Ухусь. А там как там? Бэл, дайте. Бэл, дайте. Бэл, дайте. И доиграйте по черепу. Только блинком ушел и в спину прилетел. С черепа диспельте хилки. С черепа хилки все время должны быть диспельте. После черепа играем в ромб. Звезду контролем. Вот маг, который шипует квадрат. Зачем? Контроль лучше звезду. Престет, давайте фиры пока, да. После черепа крест, да? После черепа идет звезда. Ромб. После ромба, ромб сейчас. Сейчас вы все должны бить ромб. После ромбика будет звезда. Вон звезда просто на фрикасте. Диспельсер, народ. У нас есть ДЦ. Есть шипы. Давайте фулл диспейл. Не стойте под ними, когда вас бьют. Бегайте. Контрольте звезду. Диспел.
Он пеньку сбивает хосты. Можете подиспелить звезду? Ой, господи, ромбик. И киги покикать. Там просто некому. Хант, усмиряешь, он тоже задолби второй который. Мы убили одного моба и второго до пол хп не можем довести. Сдохло уже сколько? Ложите. Да он за хили стоит. Не он просто его все... За хили стоит, потому что диспельщики, присты и шаманы мертвые лежат, и никто с них не сможет диспелить. Падайте. Никак не диспелить. Ну, технически один шаман и маг живы. Ну ладно. Ну технически это хил. Маги Маху. Не могут пуржить. А маги не пиздят. Не могут? Нет. Нет, не могут. Ну попробуй сам, если не веришь. Так, давайте... у меня вопрос к магу, который должен контролить звезду. Что не получается? Найс, у нас хапал уйдет. Я чиниц. Нет, конечно, не могу разролить. У нас разрол по таймлуту. Надо уходить, сорян. Типа, ну... Ты уходишь до конца рейда. Есть у кого джипс? На выходе почти, типа, кузня есть. Понятно, летите, я портал поставлю, чтобы там чиниц. Тут на выходе есть. А, на туре. Тут на выходе есть. Пипалы, я никого не задерживаю. Если тебе надо идти, и ты уходишь раньше времени, когда заканчивается рейд, пожалуйста, уходи. В начале рейда предупредили, что мы идем по таймлуту. Сейчас одного хила доберу. Или ты не уходишь уже никуда? Серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сейчас я назначу СС. Не переживай. Состав тот же. Нам везет. Так. Ну, состав только меняется, когда инсы обновляешь. Нет, по каждой смерти он может поменяться. Заразу? Так, да, да. Чумная, ты кого контролишь? Кого мага контролил. Потом вот. Убежал оттуда, потому что они все здесь стояли. Вот вопрос. По контролю, пожалуйста. Вот прям конкретно сиди и вы контроль. Потому что он бегает и все кастует и вырезает людей. Прошлый пул, у меня 3 или 4 человека умерло от мага.
понимаешь? А чем один маг поможет? У него же КД на сбивка ста. Он хекс кидает магу, просто. Так он сбивается, диспелится быстро. Надо замедление каста, косноязычие дохуя в рейде, вон 4 лока. Косноязычие вытащите на панель, кидайте на всех кастеров, на всех хилов. Тогда проще будет, тут хилы будут успевать захиливать. Так, у нас лок Кент не задействован. Будешь, если что, ферять звездочку, когда там хек закончится. Понял? То есть видишь, он без контроля, ферияешь его. Звезду. Отлично. И покидайте действительно на них косноязычие. У нас 4 лока, можно взять по кастеру, по хилу. Вот Кент кидай звезде. Лалилен кидаешь как сможешь ромбику. Арс кинешь как сможешь Вилане. И вспышка кинешь Антару, как сможешь, эти косноязычие. У нас 4-5 палов. Вы можете станы давать тоже направо-налево. Как только притянут череп, тоже его сразу в станы и колупасить. Как только его притянут, сразу БЛ. Тоже его надо быстро под БЛом убить. После черепа следующий идет ромбик, последняя звезда. Когда будем бить ромбик, маги, которые на ромбике были, можете подконтролировать звезду. Дальше, шаманы. Вы, значит, не берете в таргет этих кастеров, а берете в таргет череп. И с него диспелите все. Как только он умирает, берете в таргет ромбик и с него все диспелите. По КД. Ваша задача, как хилов, диспелить максимально. Фуф. Израфель, стой пока. Израфель, твой крест, правильно? Все. Грипнешь череп и сразу побежишь крест замедлять. Я постараюсь забрать квадрат и печеньку и держать их подальше. Так на мне же печенька. А, ну, если она побежит в рейд, тогда она на тебе. Если не побежит, а, пусть на мне будет. Понял? Арче? А, и одного хапало бы сюда, чтобы меня не уронить. Я иду. Пипипал, ты здесь? Череп объем. Первый череп. Без всяких ауех. Там пипипал АФК. Мне написал, что ему надо уходить. И просто АФК что. Ну кикни его, да и все. Давай я спеплю. Все. Все, он вышел из сети. Понял. Спекайся в хила, похилишь и подиспелишь заодно. Ты в ретвике диспелил. О, тихо ходка. Ремчик. Когда будешь держать там квадрат из печенья, если печенька уйдет, скажешь. Конечно. Смотрите тихоходку. Рыбу ставлю. Пожрите. И соберитесь. Вроде уже все понятно, что надо делать. В нашем случае у нас проблемы с магом, который всех убивает, и с хотами на боссе. Пофиксить это дерьмо и все. Поешьте.
Рча. Надо нормально притянуть их, и будет вообще заебись. Ну, это было бы вообще вверх. Идеал. Только пал, хэпал, стой подальше, чтобы на тебя не сагрались. Ну, ты знаешь. Ой. Сейчас зайдет в дис. Да не полетят, вроде нормальный. Или... Так, зашла? Да, привет. С тебя, если что, ромбик, кик и хекс. Если он там высвободится из хекса. Сириса. Арчи. Все готовы? Даю таймер. Дайте атмосферу в эту толпу. Печенька побежала за контролем. Вытягиваю ее как можно дальше, когда будет КД. Там Белл будет? Станы по черепу, дизармы, хилки на нем висят, хорошо. По КД у Ефиры сдавайте. Совушка подними, Лалилен. И забафайте сразу. ШП в точку, фейты жми по КД. Череп доливайте, давайте, давайте, давайте. Хилка на нем. Хилки, хилки, пуржите все это дерьмо с него. Все, играйте в ромб. По звезде контроли. В ромб играть. Ну вот бьют вас. Можно просто отойти от них. Джаргриму надо контроль дать. ТП этого локовскому. Масферы сдавайте по КД. Звезду приконтрольте. Кастуйте. Те цели, которые мы не бьем, просто на код детажность, который мобов держит. Оттягивайте их нахуй к стенке, блять, отсюда. Ахуй не бегают, блять, с нами тут, блять, во всей пачке. Просто, блять, грипайте их по откату нахуй к стенке, блять, и все. У нас 3 ДК всего. Я себе всего. О, господи, 3. 2. Звезду за контроль кастует. Звезда кастует. Тихоходка, помоги, покикай звезде касты.
Масферы сдавайте, когда можете. Не давай ЛПхи, только оковы. По КД оковы давай, все. И оттягивай, правильно. Сейчас сдохну. В Сирисе там станы можно давать. Удалять его же ромбик. После ромбика звезда. Он бегает. В контроле звезда. От Тирия побегай, я замедлен. В звезду играть. Свободные маги, поконтрольте хилов. Шабада поконтрольте. Совушка, покидай ему корни. Ветра, корни, вот такой вот. Шабаду. Косты можно кикать, звезде. Кикайте звезде косты. Отлично. После звезды в Шабада сыграете. Басферы сдавайте по КД. ДЦ там и ШП. По КД сдавайте. Отлично. После звезды в луну играем.
Попробуй от меня отойти, Эдека. Он на тебя агрится, мой. Они тебя сожрут под фером. Продолжайте это ферять и так далее. Висят три хилки на 8. Арс, можешь? А, хорошо, все нормально. После Шабада сыграть в крест вред. Можешь ее там не выводить, пусть ее там в нее будут играть. Играть в рог. Хилов продолжаем контролить. Контрольте хилов. Контроля есть же свобод. Магии, локи и так далее. Поферяйте их по этот. По контроль. Пока рог убивает. После роги следующий будет удар. Креста следующую, в звезду играем. После звезды ромбик будет. Следующим робик. Он бегает, хилит. Дерево последнее. ДЦ будь готов здесь палить бабл.
масс диспелл. Все, отлично. Заливать. Пал без бабла. Это мертвый пал. Одолевайте дерево. Можешь разбанивать. Просто постаньте его, позамедляйте, оковы покидай на него, чтобы не бегал. О, можно еще один БЛ дать. Да пофигу, там на валик откатит. Стою в толпе, вообще похуй, никто меня не пиздит. Странно, да? Наверное, это читер. По хилу у меня меньше. А, сводим? Я это Терри приведу. Шакула это... тоже своди. Двоих одновременно будем убивать и кливать. По рассеиванию зато заебись. Звонила? Там кто-то это. Да, звонила. Кто-то незамутанный. Говорила, что рейд такой хуёвый. Мали рейд. Чемпов убили. Уже хорошо. Каски 30-минутные кончились, блять, люди. Но еще нет. Надо успеть, 3 минуты осталось. У меня, кстати, 6. А сколько ты там рейд начался? Это раз, полтора, да? У кого хуёвых 3 минуты каска? В смысле? У нас убийство первого босса прошло час. Ну, уже 2 часа точно сидим, потому что у меня 2 часа. За 4 часа сидим, это все наебало. Что ты рассказываешь? На самом деле, вы со вчера тут сидите. В натуре, блядь, 2 года уже сидим, блядь, посидели, постарели. У меня уже, блядь, зуба не мела. И такое бывает. Сейчас все будут брать не те, блядь, сферы, нахуй. С чего ты это взял? Как обычно бывает. Ну, никогда такого не было. И вот опять, да? И вот опять. Так, уберите все тотемы оттуда, уйдите. От ворот уйдите все и тотем уберите. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Варочки тоже это отойдем. А, напоминаю, у нас... Здесь есть 2 портальчика, черный и белый. Весь рейд берет черный. Вот он. Да, да. И идет в метку крест. Израфель, у тебя тоже черный. Ты забираешь крест и ведешь его в крест. Понял? Израфель. Отлично. Просто набираешь на нем максимальное агро, бьем их до анонса.
анонс. Будут разных две механики происходит. Это или воронка, или щит. Если воронка, то нам нужно взять такого же цвета портал. То есть, если это светлая воронка, вы должны быть под белым. Если темная воронка, под темным. Если что, я вам скажу поменять цвет. Еще есть щит. Если темная на себя вешает щит, то мы должны взять все светлую и бить темную. Если на светлый щит, значит мы остаемся с черными и бьем ее дальше. Кик нужно сделать в конце каста. Все время, пока она ведет за каст, это время можно просто бить. Механики не будут. Да, ты просто лупишь крест. По команде, если я тебе даю команду, нам нужно будет перебежать в квадрат. И все. Войт, ты сможешь половить сферки? А надо. Хэпали? Не знаю. Не, ну, в обычке, типа, можно. Можно не ловить. Где у нас есть хэпали? ДЦ, в принципе, и два хила. Поэтому нормально. Хант, может быть, это лучше ему сделать. Че, я думаю, блядь, хилы выпали. Давайте мага уже поставим ловить сферы. Да, давай, Вилзет, будешь на ферках и да, напулишь да. На меня. Там и вар потерялся по дороге, жирит. Сейчас. Вар терялся уже, он сейчас найдется. Пока у него там пробки. Вар, перекур. Давайте поставим перекур. Минут. Да, 2 минуты, по-моему, поставил курить. Вы давно тут сидите? Да, мы уже 3-й месяц. Ясно. 45 лет. Скоро поставки привезут на собаках. В общем, нормально, мы держимся. Среда близко. Да, ДХ в среду выйдет, говорили. Так, ладно, я отошел. Вара еще нет. Странный вар какой-то, охается и охается. Ну блин. Ты хочешь сказать, ты за это время успел покурить? Я? Ага. Я ж не курю. Я успел покурить. Блять, по-моему, 2 минут хватит на то, чтобы дойти, пооблизать фильтр и пойти назад. Не знаю, я привык быстро курить. Подожди, ты Мазепу не знаешь, который за 2 тяги сигарету выкурил? Это его личные проблемы, мне кажется. И что-то с ним явно не так. Начиная с фамилии и заканчивая тем, что он делал. Для кого-то проблема, для кого-то решение, да? Так. Что, пойдем 24, я не знаю. Да, вар не вернется, так и будет. Нам без вара здесь хватит урона. Так, проверяем бафы. Трай, тяну бы понервишь? Конечно, хотя бы разик надо. Мы тут почти все с первого пула убиваем. Рыба
стоит, можно поесть, обновить себе баф рыбы. Вар, ты в Дисе там? Если в Дисе, напиши в канале что-то. Если нет, ну, тогда без тебя пойдем. Танки с рыбы, блядь, нахуй вы на нее сели, блядь. Как вкуснее. Она, короче, не нажимается рыбой. Ну, а просто... Да, у меня тоже она сбоку подойдите, с другого. Так отойдите просто своими кружками вот этими подальше, на максимальный рейндж. Там типа во, просто сели. Во, отойди, пожалуйста, с рыбы. Не шарен, давай. Арс, тоже отойди с рыбы. Ебать, давай я подойду уже, чтобы мне сказали уже. Вот так. Что, заебись тыкается? Да хули, вот она лежит. Пиздец. Вам тут по кайфу торчать, я не понимаю. Вот, дайте людям поесть. Даже еще дальше можно отойти. Я вот и смогу вот с такого расстояния, блядь. Фласки обновить. И давайте уже РЧ на пул. Так, Хант, ты взял Ладно. Белый? Паладин взял. Паладин взял, он танчит. Я знаю, потому что это я. А, ну тогда нет, я не взял. Хант, Велзет, возьми, пожалуйста, тоже белый, будешь ловить сверки и напуливать меня. Ты в Дисе, Хант, я же знаю, что ты в Дисе. Так это, что там, топ какой-то ролит или что? А, ты за выбором пришел. Я понял. Я тебе позволю ролить выбор, если ты половишь сферы и понапуливаешь. Хотя подожди, дай посмотрю, что у тебя там по урону. Не давал. Вот я сейчас посмотрю, что он там давал. Джераксус. Ага. Вообще надо, чтобы ДКшник ловил сферы. В идеале. Он и не даст так, вага. Топ-5. Подожди, вага. Ты можешь половить сферы? Ок. Прекрасно. Бери белый. Верзит, бери ее обратно. Черный, сражайся за топ-5. Ну я типа ретриком был, я ролю там. Еще кого. Хорошо. Копали, типа. Ну ты ретриком хотя бы в топ-5 заходил. Ну да, то я на первом боссе вылетел. Так, РЧ. Я все еще надеюсь, что вар вернется, потому что он нормально дамажил. Но так похоже будет. Нет. Хант готов? Хант готов. Походу, вага, ты бьешь все время, бьешь квадрат. Понял? Под этот... под воронку, под темную. Тебе надо будет полтинник нажать. Свой. Там же есть у тебя дефа билк. И не уроните его на этом. Ханта вагу. Все, арчи на пол. Вар, наверное, к тому челику ушел на похороны. Все готовы. Даю дебэм пул. Я залагал. Я отлагал. Агро. Понятно. Таки ай. Смотри, Хант, ты не просто стоишь напуливаешь, ты ловишь белые сферки. Ты не в толпе стоишь. Понимаешь? Ложись. Ужас.
заходите. Времени на шмотках еще до хренища. 45 минут. Вон там слушок, пускай половит. Похоже, подходишь. Просто вдруг дамаж стал. Неплохо. Так. Кто может и умеет ловить сферки? Соушок писал он. Лорд. Не, лорд, ты дамажишь. Соушок 3к ДПС. Сова. Давай, ну, я половлю. Да. Он говорит без практики, блядь. Давай половишь, тихоходка. Только ты как это... медведя, сова уйдет и ловит. Все, блядь. Ну он ничего не пишет, что он может это сделать. Да он в белый чат хуярит. А я говорил, не разделяйте чат, блядь. Да мне похеру, я сказал в начале рейда, что я читаю только рейд чат. Если вы пишете в белый, я этого не вижу. Вроде понятно сказал. А рыба есть? Рыба. Сейчас будет рыба. Ставлю рыбу. Если можешь, напиши в рейд-чат, что можешь. Че я должен это искать где-то, смотреть? Бред какой-то. А че разделять? Все, Савушок, тогда ты половишь сферки. Хант, Вага, будь с темной, со всеми стой в одном фрейме и все такое. Похеру. Савушок, тогда в медведе половишь сверки. Учти, когда будет темная воронка, там нормально шибет. Тебе надо будет прожать там дубовую кожу. И ловишь те, которые летят в рейд. Понял? Лучше всего, конечно, это в коте делать. Там кошмот у тебя есть какой-то? Минус. Ну. Значит, в коте аккуратно по одной сферке лови. А я сам рыбу-то не поел. Знаешь почему? Потому что чат разделен. Да-да-да. Дай тинту. Обновите по Малгадре защиту темную. И инту дайте по рейду. Прист. Темную магию. Да, супер. И отлично. Как будто бы с первого раза. Арче. Все, таймер, поехали. Светлый лови, вон прилетит. Темная ворон. Просто стоим дальше бьем. Можно Иннер побрашу, пожалуйста? Иннер побрашу, можно, пожалуйста? Агро. Я ловлю. Иннер побрашу, пожалуйста, побрашу. Да. Холли пал, браш. Савушок, дай, как сможешь ему Иннер. Я уже дал. Все, спасибо.
Без анонса никто не видит, да? Падаем. Да, падайте. Пожалуйста, говорит один человек. Вот эти инер по брашу, во время того, как идет пул, и надо анонсить механику, они не очень уместны. Ну, ладно. Пиши в рейд-чат, кричи. Встали, зашли. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Вставлю рыбку. Вроде сова нормально ловила, все хорошо. Я за ночь сейчас, я сам отвлекся на эти инеры побрашу. Рыба стоит, поешьте. Баф всем нужен. Сейчас все на пулы отдавайте в Израфель. Я там просто стану чую-то и все. Смотрите, вот метка. Вот метка. И от метки просто два шага. И вот здесь все стоят. Да, в сове. Не в сове, а в этом, в корове. Во. Вот в ней все стоят. Вот они доводят до метки. Сейчас доведут. От метки. Израфель, доведешь до метки, босс? Окей. РЧ на пул. Все готовы. Даю таймер. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Щит света. Кикнуть надо будет только в конце каста. Кого там не мясанет, кикните. Есть стать? Шаман, если есть, то вставай. Переводим. Тебя оценили и признали ничтожеством. Хаос. Играем в квадрат. Кик. Кик, кик в квадрату, кик. Алло. Это рофл? Какой тьмой? Мы под светом. Ну, все под светом. Под тьмой ты не командовал ничего. Я понял. Да поглотит вас свет. И сейчас ты не командуешь. Мы сейчас просто ложимся. И все. Но люди почему-то сами меняют цвета. Просто как хотят.
Я вот от этого больше хренею. В смысле меняют? Ну вот так, мы стоим под светлой, с темной аурой. Проходит... Я сам стоял сейчас с темной. Я понимаю, что, может, ты стоял с темной, а по рейдам без... взяли почему-то белые. Ты говорил, потому что все белый, слушают твои команды, а ты молчишь. Ты говоришь, что светлый, что-то там, и все стоят, не знают, что делать. Кто-то берет цвета, кто не понимает. Смотрите, давайте еще раз объясню, если вы не понимаете, о чем, ну как тут вообще что происходит. Если закастовывается щит света, значит мы должны взять темную и бить светлую, понятно? То же самое наоборот. Если щит тьмы, нам надо взять светлую и бить темную. Да понятно, просто в чат говорили, берем белую, переходим, берем черную, переходим. Так вот именно, что мы стоим с черной под белой, никакой команды, то что надо что-то брать, нету, а люди берут просто белую. Вот это мне объясните, почему так происходит? Потому что... Если надо цвет поменять, ты ничего не говоришь в этом проблеме. Потому что ты под белой был. Чтобы, ну, чтобы говорить, когда менять, нужно быть такого же цвета, что и рейд. Просто надо сказать... Что за хуйню ты сейчас несешь? Надо сказать не, кому-то, кто под черный, и он тогда скажет, если нужно менять, ДБМ пишет. Если ты стоишь под белой, и... нужно менять на белый цвет, то ДБМ тебе не напишет, что тебе нужно менять, поэтому ты напишет. Не скажешь. Блять, ты тупой? Нам давайте как-то... мне флеймить, просто, поставил рыбу, поставил рыбу. Просто паладин был под белый, ему ДБМ... Блять, я мах, я под черный, и мне прекрасно все пишет. Ну что ты за хуйню несешь? Закрой рот! Ты тупой, я говорю паладин. Можете, я сейчас двоих замутаю. Ему можете ДБМ просто помолчать. Можете отойти с рыбы, пожалуйста. Да рыба вот стоит, поешьте. Орел, так. Можно вопрос? Да. Ты нас перевел под темную, у нас люди, которые шарят, они были с темной, но учитывая... А те, кто не шарят, были со светлой. И что мне делать? Нет, подожди, зачем ты нас перевел под темную? Потому что половина рейда была со светлыми. Ну вот, кстати говоря, люди, которые пошли тоже под темную, они взяли светлую. Я взяла светлую, когда ты нас повел под правильно. Темную. Правильно сделали. Поэтому просто... Просто я вас повел, знаете почему? Братья. Да, ну, я... Понятно, что они взяли, как бы, но... И я уже ничего не могу с этим сделать. Просто не берите без команды никаких ничего. Вообще, в принципе. Аллилуйя. Пожрите. И, пожалуйста, кикайте косты. У нас есть рога, есть ДК, есть Лемму, есть шаманы, я не знаю, вары. Ни один из вас не смог кикнуть каст на этом. Я тоже от этого хренею. Давайте РЧ. Там человек без рун стоит. Мне сейчас надо весь рейд осмотреть. Посмотреть, кто стоит без этого. Без чего? Без вспышка вылетела. Да нет. Да я про баф, про этот, про портал. Но он с белой, все нормально. Идем без лок, пофигу, здесь ДПС хватит даже 20 тел. Лок, вдите. Напиши что-то в рейд, в этот, в дисканал, если ты вылетел. Давай начнем уже 3 часа здесь сидим. Все готовы. Дай таймер. Как вы сдохли? Два шарика.
Ищи тьмы. Поменяли цвет. Бьем квадрат. Я вообще как бы скипал. Ты охуенно проверяешь. Бьем квадрат. Кик только будет. Ладно. Ложитесь. Позволь шмот, а? Невозможно. Это пиздец. Просто назначь людей, кто должен кикать. Если он это не делает, блядь, делай минус кролу. И все, пожалуйста, блядь. Бо хорошо. У нас есть ДК, у нас есть рога. Ты им это сказал, им всем похуй на это просто. Они пытаются выбор ролить, который еще не выпал, блядь. Они не собираются сейчас кикать. Сейчас не сбили, потому что щит на ней висел. Я пыталась забить, но у меня не получилось из-за того, что мы щит не потому сбили. Потому что не было ДПС. Не было ДПС, надо ДПС было больше забить. Шмот, разрушь, пожалуйста. Шмот, разролю. Давай разрушим. Нет, сейчас я не буду его разролить. Мы болим еще несколько раз. Ты не можешь ничего нормально объяснить людям. Я ненормально объяснил? Нет, ты уже 4 часа здесь мутозишь. По-моему, ты не прав. По-моему, ты не прав. Нервов не хватает уже. Я объясняю людям максимально доходчиво. Если люди не могут это сделать, это не мои проблемы. Можно еще попросить ставить их спиной хотя бы, чтобы видеть, когда они поворачиваются в рейд? Понимаю. Да, просто спиной к рейду развернешь. Они стоят боком.